Оборотни? Хорошо, что мы туда не попали в таком случае. Я Оби Улириди, друг Иветти. Только друг. Вы меня не помните, конечно, но вы спасли мне жизнь в той битве с колпачниками. Ваша повозка пронеслась мимо как раз в тот момент, когда я был на волосок от гибели. И за это я у вас в долгу. Кстати, о колпачниках. Четверо разыскивали ваш караван неподалеку от Латхакамаги. Мне удалось убить двоих. Ну, с двумя другими наши караванщики справятся, если их пути пересекутся. Но зачем вы рискуете своей репутацией? Ликот герой. Я рассказала обе о тебе, о том, какие чувства испытываю. Мало кто меня понимает, Сковорода. Именно из-за того... Твой отец Муя. Что? Он ведь алхимик. Сможет он вылечить оборотня от напасти? Даже не знаю. Это же не болезнь, это проклятие, наложенное божеством. А против таких вещей алхимия бессильна. Шораст контролировал превращение оборотня своими лекарствами. Вот бы раздобыть его рецептуру. Но для этого придется спуститься вниз. Надо либо действовать очень скрытно, либо собрать отряд эльфов и взять крепость штурмом. Караван ушел далеко, но даже если их догнать, никто не пойдет на такой риск ради дварфа. Я обязан вам жизнью, но я тоже не хочу умирать за довольно сомнительную цель. Поэтому я за максимально скрытный вариант. Пойдут только воины. Зараженных оставим здесь. Синсота можно взять как живой щит. Не думаю, что такой щит остановит оборотня. Да и Шорсту, очевидно, все равно, кто заменит Синсота. Он захватит нас четверых и сделает такими же оборотнями. Да. Ладно, идем вчетвером. Это он. Давайте! Еще немного! Я подозревал, но до конца все же не верил. Готовьте сети!